сосед. Хорошо. Что с ними? Что? My name, с вами. Всем привет. И сегодня у нас реакция на Мармока. Его новое видео называется «Тяжелый день», потому что они пошли играть в Super Bunny Man. Да, гениально. Подай смотреть, это будет больно им, а нам будет весело, как иначе. Поехали. Super Bunny, боже, это танец дьявола. Как они танцуют, зловещее это меню. Я вспомнил первый опыт. Мне будет несложно. Я думал, он будет последним. Итак, леди и господа, дамы и джентльмены, первым делом хотелось бы пролить немножко света на причину моего столь длительного отсутствия. Если вкратце, то я болел. Не ну надо. А если не вкратце, то... Ну а если не вкратце, я ютубер, у меня довольно сидячий образ жизни, и, скажем так, иногда происходят некоторые издержки профессии, где приходится платить, к сожалению, здоровьем. Так что сидеть подолгу я еще не могу, но я поправляюсь, энергии много, а здоровья столько бы, конечно. Блин, ему бы этот стол, который, знаете, можно вверх поднимать. Я не помню, у него вроде бы его нет, который, на котором можно стоять. Мне кажется, это была бы прям неплохой тема для него. Не, в остальном все отлично. Это из грустного. А теперь давайте начнем. Приятного вам просмотра. Ну и аппетита, конечно же. Погнали с места в карьеру. Ой, Super Bunny Man. А, ну начало отличное. Они уже... Все, собрались. Поехали, начали, попытчики. Пока попытчики, у нас фул тело энергии. Мы уже начали до этого. Ты уже умираешь каждый раз. Каждая смерть приближает меня к победе. Нелегко. Это опыт. Каждая смерть приближает меня к инсульту, пожалуйста. Это опыт! Давай мы хотя бы застрял? На первом этапе не будем сливаться. Мы учимся ходить, падая. Я умею! Ты дебил! Я учу! А так совпало. Опа, смотри, где я, а где ты, а где ты? Так я морковку хочу забрать, жену. Забей на жену. Я хочу морковку. Ты ее взял, хорошо. Красавчик, не умирай. Какой красавчик я? Ну, по сути, да, извини, я погорячился. Детские лепят. Зачем? Что я сделал? Взялся за меня. Я не хотел, я хотел не умирать. А ну, здесь ну пока прям хорошо. Спасайся, живи, живи. Вода холодная. Живи, живи, не хочу. Живи. Да морковка застряла. Не дожил. Ну что, хороший опыт. Они такие счастливы, когда играют в эту игру, по-любому. Стоит ли мне считать смерти в этот раз? Ну, я думаю, в этом уровне нет. Не думаю, что их будет очень много. Я на это надеюсь, потому что на монтаже предыдущего видео я очень много времени потратил на то, чтобы посчитать все смерти. Я тоже. Я сходил с ума просто, да, тогда. А что ты делаешь? Ты же можешь под ней попнуть просто. Да, точно. Не может. Смотри, тебе сейчас нельзя. Да, кстати, моя пешка на прогулку просит. Мы почти у финиша. Нахрен морковку. Не буду брать морковку. Я хочу перепрыгнуть. А зачем ты себе делаешь больно? Давай, я чуть-чуть, давай. Я уже прошел, надеюсь, ты справишься. Если ты упадешь... Что такое? У тебя что-то рассинхрон, да? У меня полный пиздец. Не матерись, меня мама смотрит. У меня все в порядке. Хорошо, ты у меня в это, ты у меня... Ой, хорошо, 15 смертей всего, нормально, нормально. Да, допустим. На одну гордую. Все нормально. Вау! Нет, стоп! Квагидроцикл! Нет! Нет! Ай, нахрена! Живи, живи, не умирай. Живу. Живее всех живых. Ты леживо. Мерси боку. О, гидрики. Жди, жди, я-то не могу, как ты. Я не могу, как ты. Все, до свидания. А, ну тут пока. Скажи мне, ты доволен? Счастлив. Наездка счастья, ну просто. Даю, даю, даю. Ой, хорош. Они хороши. Все, не пинай, не пинайся, не пинайся, Рональду. Вот как я так, как-то, как будто я... Как-то так, как-то так. Архивировался.
Ох, это сжатие. Чего? До свидания. Сука. А, ну, чтоб обидно не было вдвоем. Все, давай, давай, поехали! Ну давай, ты уезжаешь! Так догоняй! Ну, твою бисерику! Теперь не уверен. Ничего себе, Сань духу сделал! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! В жопу пролетел. Так и должно было быть. Все, в этот раз мы проходим дальше. Что с ним? Почему он не едет? Прошел! Потому что нет разгона. Слишком сухо. Смочи. Опа. Я поехал, брат. О-о-о-о, сейчас дерзко еду. Смотри, 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 смотри. Отпусти. Отпускай. Отпусти, ты упадешь на шипы. Во-во-во-во-во. Хорошо. Что он сделал сальто? Он странно себя ведет. Он как рыба на суше, потому что он водный. У меня есть мячик. Я буду играться с мячиком. Эй, я маленький ребенок, которого оставили один на один с игрушками. Эй, не утони, ребенок. Мне так хорошо. Мне так весело. Все, у них уже пошла душевная травма, ребята. Хочу прыгнуть прямо в сапоги. Да пошлёп, нет, нет. Да зачем, я ж прошел? В чем прикол? Я укололся, папа. Ты мне не сын. Я в порядке, а ты? Ты уверен? Да. Все, давай, поплыли. Без приколов, пожалуйста. Из-за тебя мы не можем пройти этот сатый легкий уровень. Ух ты, я водный подводный. Ого, ого. Что, дебил, что? Ты что, издеваешься? Как? Не, зачем? Я боже. Щучкой, щучкой, щучкой. Теперь ты понял, за кого мы так долго на этом уровне? Все, 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 все. Давай-ка ты не умрешь в этом месте один на один метр. Это невозможно. Да ты реально будешь сейчас мыслями собираться, чтобы перепрыгнуть это говно? Ты видишь знак? Ты видишь этот знак, блядь? Он страшный. Посмотри на него, блядь! Ты видишь, что там за знак? Да он не пугает меня, этот знак. Он не пугает, но он предупреждает. Ты понимаешь, о чем он говорит? Нет. Он говорит о том, что здесь смерть везде. Он предупреждает. Стой, стой, я воспользуюсь этим транспортом. Все. Ну давай. Я поехал. Потолкни. Давай виски вместе. Давай вот так сделаем. О, все, нормально. Да, ты сверху, я давай. Тоже в безопасности. Вот как все должно пройти. Чего? Морковка. Морковка. Надо достать морковку. Ты достанешь. Давай ты, я утону. Давай. Никто. Я не хотел умереть там, блядь. Какой сильный пылесос. Иногда просто спонсор. Необходимо чуть это больше... Это хорошо, автор покушает. Это одобряем, одобряем. Это автор тоже покушает. Я антимайни, я очень зол. Я украл вашего глупого блогерка, потому что... Потому что я появился в магазин, и я должен получить у него скидку. И это было бы правдой. Но у Майни Шоп уже скидки, поэтому, ребята, донаты, Steam пополнение, всякие геншины. Приходите, смотрите, ссылка в описании. А мы продолжаем смотреть видос. Тебе понравится. Прыгнем в воду. А, нюхай на смерть. Почему нюхай на смерть? Пока. Мне не понравилось, как было обещано. Если что, твой труп там. А, уже третья смерть. Чего? Чего? Уже третья смерть. Это мины, да? В смысле? Уже была одна смерть. Почему стало три? Я не понимаю математику. Это очень смешной уровень, потому что он всегда очень звучный. Смотри, как классно. Пока что нам смешно. Посмотрим, что будет далее. Смешно невероятно. Пока что все не очень, но зато, если сравнивать с шахтами, на которых мы играли в прошлый раз, то эти уровни более приятнее глазу. Да. Они красочные. В катакомбах какая-то клаустрофобия резкая. Да-да-да, такое было. Было такое. Подписываюсь под каждым словом. Что-то произошло, мне игра зависла! Сцене потеряно. Просто мина в реальной жизни интернет взорвалась. Все нормально, все нормально. Мини, которую я случайно нашел в тизу. А что случилось потом, я не знаю. Ты взорвал игру! Это бывает. Взорвал интернет чисто. Охренеть.
Поаккуратнее, пожалуйста. Вот это да. Я обезврежу. А я обезврежу, брат. Можно ее просто перепрыгнуть? Я просто обезврежу, и все будет в порядке. Можно ее просто перепрыгнуть. Давай, ты просто перепрыгнешь. Чего? А чего? Что? Ты толкнул меня ногами, я взорвался, молодец. Я перепрыгнул. Ладно. У меня. Ну это ладно, это синхрон, синхрон, окей. Ты умираешь через... Перепрыгнул. А я обезвреживаю. Я тебе помог. Обезвредил. Ну ты обезвреживай. Хорошо. Хорошо ты сказал. Это когда я был уже на дне. А как? Я же не знаю как. Ножками толкнуться. А, да я попробую ее обезвредить. Ногами скажи, чтобы я ножками стоять, то обезвредить. Во, все. Стой. Я живой. Нормально. Морковкин. Не надо. Морковкин. Не надо. Не одумайтесь. Не надо, морковка. Что ты сделал? Что с пальмой? Что с пальмой? Что с ней? Пальма нагнулась, гравитация усилилась. Почему? Все нормально. Что это? Где я? Это проблема этого уровня. Блин. Меня прикольно. Просто. Хорошая пальма. Нельзя касаться пальмы вдвоем. Да, такая проблема. Чего бы? Ну да. Мы хард-режим запустили или... Обезвреживаю бомбу. До свидания. Да нам бы с пальмами разобраться из бомбы. Это что было? А у тебя сейчас что с пальмой? Ну, у меня все было в порядке. Это проблема. Это проблема. Не здесь, не здесь, не здесь. Ножки! Ножки. Эта игра еще, понимаете, если бы она еще не лагала и не багалась, это было вообще отлично, потому что я пробовал в нее тоже играть. Может быть, я попробую как-то снова в нее поиграть на стриме, если вы сильно попросите. Но это, во-первых, больно, очень больно играть в это. Прям всему больно, душевно больно. А во-вторых, она глючная, капец. Просинхроны там дикие. Жди меня, я сейчас буду. Помнишь, там бомба внизу? Вот как надо обезвреживать бомбы, помню. Да ты просто зажмурился и жопу сжал, и все, и тебе повезло. Не-не-не. Помни про эти, про пальмы вонючие. Дай мне повыть. Только ты катайся. Только хорошо. Ты катайся, касайся. Хорошо. Что с ними? Что? Я бы сказал бы, на что не похоже, но вы сами догадаетесь. На орган один. Кинотеатр. Ну все, она стоит ровно. Просто пенсил, да. Сучи, ошибки природы эти пальмы, вот кто они. Они заставляют нас прибегать к читерским способам. Ну а здесь лагает, что делать? Да я-то понимаю, я зрителю пытаюсь донести, что мы за ощущения. А какие тут ощущения, когда у тебя рассинхронные лагающие пальмы? Так что у нас будет... Давай, не касайся пальмы. Схвачусь за что-нибудь. Все, отпускай. Здесь отпускаю, мы пройдем отпускаю. По-нормальному. Ну ты умрешь сейчас, да? Я не-не-не-не-не-не. Ты не каркай! Ты моя поддержка или падла? А здесь впереди. Нет, не переживай, там ничего опасного. Тут мертвый заяц нарисован. Ну шипы они такие, да? О, там был портал! Ничего опасного, проверяйте. Ноль опасности. Ноль опасности. Вода. У меня немножко теплая. Парад боли, парад я боли, готова, класс. Давай. Все нормально, все нормально. Эй, забери своего дебила назад. Ну что обидно, согласен. Тимоша, домой. Так, ладно, стой, здесь не опасно, стой, здесь стой, ничего стой, опасного. Стой, 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 опасного. Стой, не теряй меня. А, ты что попросил, по-братски? Да зачем ты наткнулся, зачем? Потому что ты убегал, я был в роли догоняющего, я делал глупости, я ж попросил. Да я не мешал, хотел наоборот скрыться, чтобы не мешать тебе. Ну я же особенный. Я же особенный. Ты должен это понимать. Мне кажется, все, кто играет в этого зайчика, те все особенные. Ты что я особенный? Нормально. Ой, нормально, полетели. Нормально. Куда упадем? Куда упадем? Отлично. Нормально, хорошо, что упали. Я просто ухожу спокойненько, я тебе не буду мешать. Нормально все будет. Не-не, жди, жди, пожалуйста, камера. Я не буду никого. Да я не буду мешать вот тебе. Вот так вот, медленно. Как дайверы.
как дайверы. Давай. Ой, 50 лет смерти, не так много, вообще нормально. Ну, лайт, просто, нормально. Брайан, изи, легко. Да пи***. Не помню этот уровень вообще. Слушай, вроде не сложный уровень. Да не думаю. И да я дальше, чем ты. Да я. Я почувствовал прилив. Сейчас отольем. Сил. Не знаю, пока что я тебя делаю. Ты хочешь, чтобы я тебя обогнал? Стой. Стой, не ломай мою психику. Да блядь, что ты делаешь? Что ты пришел? Да что? Класс. Ну ты другой, Сашка. Скажи мне, посмотри в мои глазки. Скажи мне, что ты делаешь? Почему это соревновательное? Потому что я всегда хуже, чем ты. Дай мне быть чуть лучше. Хотя бы сейчас. Ладно, в остальном-то все так, ты плох. Но хотя бы здесь дай мне побыть. Я пошел вперед. Ты берешь меня по кроличьи. Возьми свои слова назад. Возьми. Какие именно? Хорошие или плохие? Плохие. Хорошо. Плохие для меня или для тебя? Для меня. Ты лучше, чем я во всем плохом. Нет, теперь, блядь, сука, извернулся, как глист. О, легкий уровень пошел, ребят, наконец-то вообще легкий уровень. Давай. Я сдаюсь. Не могу смотреть на это, но и не смотреть тоже не могу. Не могу назвать тебя другом, но и не другом. Что-то вспомнил, это тупая эта шутка. Ну, даже не шутка, а фраза. Как говорил мой дед, я твой дед. А, старая, да. Бессмысленно. Ты мне напомнил другую тупую фразу. Скажи мне, кто твой друг, его обойдите на. Это классика. Все, уже понял, сходит с ума. А, 4 минуты уже пытается забраться, нормально. Слушайте. Ой, хорош, с первого раза. Хорошо, сразу стало. Ладно, пошли. Не, с первого раза, слушайте, ребята. Не хочу. Я понимаю. Все, я поехал. Давай, я с тобой. Неплохо. О, нормально. Стой. Да все в порядке, спокойно. Стой! Там же мины, блин. Это было опасно. У тебя все в порядке. Все замечательно. Это да. Все, теперь делай все размеренно, пожалуйста. Поступай аккуратно. Да. О! Ау. Было больно немножко. Ту мину, осторожно, не задень. И очень легко пройти. Я понимаю. Все, молодец, жди конечно. Меня. Не отходи далеко, камера мелкая все делает. Хорошо, оператор охуевает. Моя ставочка, что ты... Ну, пройдешь. Сейчас пройдет. Погоди. Опа. Хорош. Как меня напрягает этот куб из Майнкрафта. Он такой мелкий. Хорош. Их два. Да, я его вижу. Давай. Схватил силен. Как же он силен. Хорошо. Слушай, ну да, если они сейчас 5 раз умрут, то это вообще будет победный уровень, реально. Хорошо, зацепился шершавый. Я чувствую, это пройдем. Where is my motorcycle? Прошли. Where are you doing with this motorcycle? И а мне что делать? Все в порядке, смотри. Просто перепрыгни, брат. Куда делся гидроцикл? Вообще изи. Хорошо. Дай, блин, скользкая платформа. А, вот и гидроцикл. Сейчас я хочу его воспользоваться. Я вижу, я и говорю. Какой ты он... Сука! Ты можешь, блять, не быть таким гиперактивным! Ты можешь просто размеренно все делать, скажи мне. Как ты ведешь себя там как импульсивный ребенок. Спокойно. Я не могу спокойно. А надо. Мы же хотим это пройти. Ну ты делаешь там на самом деле так все. О, поцеловался. Обними шипами. Обними меня. Мне нужно немножко релаксации. Давай обними. Вот так. Что ты нюхаешь? Я просто пытаюсь дышать. Пытаешься? Да, мне это тяжело сейчас дается. Ты как-то плохо в целом. Да. Это игра, она, да, ну, это эмоции. Ну а что, если ради чего ты заходишь? Ты заходишь, чтобы тебе было плохо.
Да. Если бы тебе было хорошо, то тогда не было бы хорошо тем, кто смотрит. Когда тебе плохо, всем хорошо. Да, вот такая. Ой, хорошо, ты дожил. Страдай. Страдай. Да? Все идет по плану, получается, да? Да, получается, да. Ой, хорошо. Насадился. Хочу быть люстрой. Хочу быть люстрой. У меня получилось прыгнуть. За меня можешь переживать пока что. Прыгай на меня, давай. Да я вдаю. Ну куда? Ну зачем? Я мы не же, делаю. Мы там давай, сдохли. Подходи. Мы там сдохли последние несколько раз. Подходи. Подхожу, сейчас прыгну вот так вот. Разминируй, давай сам. Давай, не переживай. Все будет в порядке. Яхана! Переборщил, полетел так далековасто. Илон Маск, ты сошел с ума. Он на Луну. Космическая программа пошла. Я в прошлый раз делал все по инструкции. На меня стрелки переводить не надо. Давай, становись, я возьму. О, давай вместе пройдем, как в начале. У нас тогда все получалось. Никаких лишних движений, никакой суматохи. Аккуратно. Вот и все, брат. Смотри, как все легко. Ну легко, и дальше-то что? Ну и мы преодолели препятствия без импульсивных вибраций и... Спокойно, спокойно, спокойно. Тише. Тихо, тихо, не паникуй. Не паникуй. Тихо, без импульсивных вибраций, все проверяйте. Все в порядке. Хорошо. Собраться, прыгай. О! Ой, нормально. Все в порядке? Да, я в порядке, да. Странно, потому что тебе в жопу влетел гидроцикл. О! Он переспавнился. Вот о чем я переживал, брат. Одна секунда отделила от позитивная того, что игра. Он въехал мне в жопу и меня столкнул. Я просто успел запрыгнуть сюда. Нет. Как плохо. Его надо столкнуть, да? Его надо брать. Стой. Нет, пожалуйста, придурок. Его надо столкнуть. Зачем? Зачем? Он же хорошо шел. Мне плохо. Сука. Я хотел помочь. Зачем ты вообще трубишь? Я же говорил, я кричал. Ну а что бы ты с ним сделал? Я умолял. Я бы перепрыгнул. Я бы перехватил ее. Я не знаю. Ну явно не пинать его в меня, блядь. Ладно, по той же тактике. Все. Пожалуйста, я тебя молю. Ну зачем дал Это просто боль. Ого! Ты умер! Я тебя бросаю! Все, я тут. Это тот самый. Ой, бомбы нет, смотри здесь, нормально. Все, не могу смотреть, мне надо сконцентрироваться. Да блин, шансов много, даже бомбы нет. Это самый момент, когда мы проходим оба. Да. Это тот самый момент. Мы пройдем, все нормально. Я хочу его выкинуть туда. Все нормально. Все плохо. А у меня здесь нет мин. У меня здесь нет мин. У меня тоже теперь нет мин. Все отлично. Все. Все, ладно, проходи там первый. Давай, все. Как ты и хотел. Давай, как я и хотел. Я хоть не буду чувствовать себя виноват. Да все будет охрененно, я пройду быстрее, чем ты. Проверяйте, да? Пройдет? Ты же вытащишь меня. Не, я не так глубоко. Ты сможешь. Как бы мне так... Отсюда ножки, думаешь? Не, не смогу. Тебе надо меня схватить с той платформы, брат. Вот он, я стою. Какой ты конченый! Он решил не мучаться, правильно, зачем? Ты же опасный люстр! Я не хотел в этом участвовать. Какая это его, как я тебя эвакуировал? Слева, с платформы слева. Я потратил бы кучу надежды на это, сил. Но и она была хотя бы. А сейчас я вижу только я бы не достал кусок тебя слева. Цепи, на которую я бы повесился. Осуждаем такие вещи, осуждаем. Не надо. А, ну нормально. Ты не можешь, ты сейчас... Ты еще и помер, блин! Итак, мы снова тут. Я пошел. Давай. Я буду делать все спокойно. Без лишней пыли, без лишних вибраций. Все размеренно. Хорош. Блин. Как же, твоя мать, хреново этот гидроцикл паркуется в этой игре. Да. Нормально. Я на платформе. Давай аккуратно. Я аккуратно попытаюсь я... Блин, ну шансы есть. Давай. Этой миной. Джохан, пожалуйста, Джохан. Джохан, пожалуйста, Джохан. Да. Я верю в Джохана. Я верю во всех. Не-не-не-не-не-не, аккуратненько.
Ну да. Все, я прошел. Аркаш, пройди. Не за. Ой, меня, ты играешься с огнем сейчас. Давай просто пройдем и все. Давай, брат. Ныряй. Здесь давай, больше. Давай, вот он! Капец, это что, победа? Это что, победа? 43, ну нормально, я кстати. Я сейчас буду кушать, а ты как хорошо. Ну, в смысле, мне, а тебе не знаю, как его будет. Нет. Вкусно. Следующий уровень. Это шутка. Это тот самый. Это, я вообще-то пошутил, самый сложный? Какой тот самый, мы все. Просто покажу. Хотя бы просто покажу. Еще будет часть или нет? Заварить сюда так вот. Он тяжелый? Нет, мы его пройдем за 2 минуты. Да? Ну за 2 минуты можно и пройти под конец. Вылетай резко, давай так вот. Опа. Хорошо, как дельфин. Как дельфин, да, вот смотри. Дальше хуй. Просто дальше проходи легко. Это аккуратно. Вот так. До свидания. Наигрался. Прошли даже быстрее. Спасибо за просмотр. На этом все. Не забудьте поддержать меня. Но это уже по желанию. Прекрасная игра. Здесь был грёбаный Вармок. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Ренат. Мы сейчас смотрим Марина и до сих пор не попал в рамки. Но он же попал, получается. Рус нес 6. То чувство, когда ждешь ролики Марина с такой же интригой, которую ты смотрел в 2016 году. И до сих пор не нашел ни одного похожего с этого ролика. Зоки, вспомнил, как несколько лет назад отчаянно писал комментарии с надеждой попасть в рамку. Но со временем я стал просто наслаждаться просмотром, окончательно забыв о своей миссии. Морков никому не нужен. Ну морков никому не нужен, блин. Сложно с морковью проходить, блин. Уйди. Просто уйди. Не надо. Не надо. Я наоборот тебя подсейвил. Уйди. Да вот увидишь. Мы в прошлом видео прошли с тобой самый сложный уровень в моей жизни. Так. Немножко доверия должно было сформироваться. Сейчас просто... То какая речь была? Речь-то была вдохновляющей на победу. Ну, не пошло, не повезло, не поехало. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите, подписывайтесь на Мармока обязательно. Подписывайтесь на мой канал, мне было бы очень приятно. Всем удачки, всем пока-пока. Пау.